24 июля 2024 года. Мы на транспортной компании КИТ. Снова грузочка, снова Москва. Один палетный бор, 40 мест. У нас едет средство для промывки GT-Force Universal. А в таре 10 килограмм. У нас появился GT-Force Bot, где есть все вопросы, ответы, инструкция, технология, документацию можно быстро получить. GT-Force Universal предназначена для промывки первичных вторичных теплообменников, пластинчатых до 5-7 лет, кожепотрубных теплообменников, тепловых, водогрейных, температурных паровых. Представляет собой комплекс кислот, комплекс ингибиторов. Что такое комплекс? При взаимодействии некоторых кислот образуется комплекс при правильном пропорции. Допустим, ортофосфорная, лимонная и сульфаминная. Сульфаминовая хорошо работает на оксидное отложение. Соляная и лимонная на кальциевое. Здесь у нас солянка, ортофосфорка, лимонка щавелевая, муравьиная и три вида ингибиторов. Принцип работы средства. Часть кислот проникает вглубь отложения, растворяет их изнутри, отбивая от стенок оборудования. Вторая часть кислот растворяет. За счет такого эффекта получается довольно высокая моющая способность. Ингибиторы коррозии защищают металл от подрывной коррозии. GT-Force Universal может растворить до 580 грамм кальция магниевых отложений на килограмм концентрата, что является очень высоким показателем. Популярное средство едет к нашим дилерам.